Приветствую вас, Анастасия. Смотрите, получается как, что вы сейчас хотите от нас некий совет по поводу того, как вам поступить. Но смотрите, вы говорите, что у вас были плохие отношения с папой, вы говорите, что советовались. Советовались со своей мамой. Вы говорили об этом. И в чем важный момент здесь заключается? В том, что факт того, что вы советовали с мамой, это про неуверенность, в себе ваш. Плохие отношения с отцом, это определенно такая травмированность, если угодно. Это определенные искажения, искаженные представления, как о, допустим, мужчинах, так и, допустим, о самой себе. И отсюда, соответственно, страхи. Не исключено, что мужчина сейчас относится к вам несколько иначе, нежели чем относился к вам тогда, когда, у вас были первые встречи, потом вторые встречи, в смысле, первое взаимодействие, потом второе. И это очень важно, на самом деле, понимать, важно понимать этот момент, потому что вы неестественны в, скажем так, в своем поведении. Вы неестественны в своем поведении, по отношению к мужчине и, возможно, вообще к своей, к своей личной жизни вы не совсем естественны, скажем так. И вот этот момент, такой неестественности, нужно поисследовать, на мой взгляд. Как-то подкорректировать, если угодно, нужно подкорректировать. И определить вашу позицию по данным вопросам. И дальше уже можно будет о чем-то говорить. Собственно, я думаю, что именно тогда вы и сможете для себя решить, куда вам двигаться дальше, в сторону чего вам двигаться дальше. Так вот. И я думаю, можно было бы вам ответить на вопрос, который вы задаете.
Я бы сказал, помимо вот всего прочего, что было бы неплохо вам ну, определить, чего вы хотите. То есть вы спрашиваете, как поступить вам, да, но важно то все-таки, чего хотите вы, а не то, как правильно поступать в этой ситуации. И это опять же вопрос о неуверенности в себе. Вашей неуверенности в себе. Вот. Вот примерно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи.